Всем привет! С вами Наталья Еремеева и мой влог «Если жизнь после 45». И я нахожусь в Турции. Я приехала в этот раз одна. Отель Long Beach называется. Long Beach Spa. Бронировала я номер стандартный. Но не знаю, по какой причине мне дали виллу. Это самый лучший VIP-номер. Вот такой браслет мне одели, тоже виповский. Вот, и я сегодня хочу вам показать, в каком номере я поселилась. Это так необычно, никогда мне не было таких бонусов. Вот мой номер. Он вроде бы небольшой. Но я сейчас покажу, что в нем есть. Вот такая двухспальная кроватка. Все бесплатно. Сейф. Ой, я тут хочу поломать. Есть халаты. Тапочки, три пары, чай, кофе, чайник, мини-бар, все бесплатно. Что в мини-баре? Водичка, 3 1,5-литровые бутылки, фанта, 2 пепси. Вот 4 бутылочки нарзана и 2 сока яблочных с трубочкой. Вот. И еще. Сейчас банки, не было еще банки. Здесь нет самой ванны, но вот такая душевая. Вот туалет. Шампунь, видимо, кондиционеры, мыло, полотенце, 4 штуки. В общем, это потрясающе. А то, что у меня есть личный бассейн, выход к личному бассейну, я вам покажу завтра. Я вообще не ожидала, что на самом деле попаду в такой VIP-номер, и я очень счастлива. Очень довольна, конечно, мне крайне повезло. И номер небольшой, но очень уютный. Для одной девушки это потрясающе. Черний выход вечерний. Сейчас. Кто-то курит. Вот такие 2 кресла. Столик. Удобный. Открывается. Вот. Да-да. Как же здорово! Виповский бар. В общем, я тут расположилась как принцесса. Thank you.
я нагрелась, и водичка, кажется, когда на солнышке нагреешься, холодной. Но на самом деле, когда начинаешь плавать, море вообще очень теплое, ой, волшебное. Вот. Я очень люблю Средиземное море, и мне оно, я не знаю, очень нравится по содержанию, наверное, и с обеей. Ну, люблю я Средиземное море. Часто приезжаю в Турцию. Вот. Да, надо в водичке быть. Здесь находится выход в бассейн. Вот, я спустилась. Это такой мой личный спуск называется. Есть второй этаж. Я на первом этаже, а есть второй этаж надо мной. Вот они спускаются по лестнице. А я спускаюсь сразу за ступенек. Вот. И водичка очень начинает уже, ну, быть теплее, казаться теплее. Значит, смотрите, на виллах обслуживание. Что обозначает красный браслет? Ну, это считается как бы VIP-персона, да? Какие плюсы красных браслетов в отеле Long Beach? Это отдельный ресторан. Можно питаться завтраки и ужины отдельно от основных гостей. Вот здесь, конечно же, маленький поток, очередей нет за едой. Вот, еда, наверное, такая же, скорее всего. Я пока не успела сравнить. Вот. Ну, в общем, и отдельный бар. Но в баре я успела уже сравнить напитки. Я пила вино в общем баре. Мне вино красное там не понравилось, а здесь вино повкуснее. Оно такое, как будто бы более терпкое, но интересное на вкус. Или другие сорта, другие бутылки, не знаю. В общем, особо я там не разглядывала, какое мне давали вино. Вот, ну, вот отдельные бассейны, обслуживание в номерах, очень быстро убрались, убрали номер, поменяли полотенце, все постелили, заполнили бар. Я газированные напитки не пью, но все же, там водичку брала и поставили взамен все. Вот. Очень много еды в отеле, разной, особенно на пляже, на центральном бассейне. Здесь, значит, принцип какой? Хочешь, кушай в ресторане в центральном, хочешь, можно покушать прямо на пляже. В принципе, салаты, еда такая, вот, как бы, все можно найти. Все, что душе угодно. И гарниры, и салаты, и напитки различные, бар работает. Фрукты, мороженое, все это есть. В принципе, здесь по питанию пока мне все нравится. Возможно, я потом попозже покажу, что именно готовят в центральном ресторане, что готовят здесь. Ну что, я пойду поплаваю. Ну вот так я чудесно устроилась. Взяла себе бокал красного вина, орешки. За мой отдых. Я очень давно вообще одна никуда не выезжала. Я все время со своей семьей, с мамой, с сестрой, с племянниками, ну с кем угодно, только не одна. И вот наконец настал тот час.